В районном историко-культурном центре открылась выставка Сергея Андрияки. Экспозиция носит название «Акварель» и приурочена к 60-летнему юбилею мастера. На открытии собрались не только почитатели творчества художника, но и представители районной и городской администрации. Я, безусловно, вот рад, что в очередной раз у нас происходит вот такое важное событие в культурной жизни города, на мой взгляд, района. Несколько минут назад я был у главы района, он передал свои поздравления и пожелания, чтобы выставка прошла успешно. По окончании торжественной части всех ожидала экскурсия по выставке. Провела ее специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Ксения Горбатюк. На данной выставке представлено более 50 работ. Они все выполнены в различных жанрах. Я думаю, что каждый зритель, который сейчас ознакомится с данной выставкой, будет впечатлен и удивлен и найдет какую-нибудь одну или, может быть, несколько работ, которые его особенно вдохновят, впечатлят, и они останутся у них в памяти на всю жизнь. И действительно, равнодушным не остался никто. Многие, благодаря творчеству Сергея Николаевича, берут в руки кисти и пробуют творить. Я считаю, что он мой учитель. Я начинала с акварели сама. Я почти на очень многих выставках была. Его в манеже несколько раз ездила в его школу. Считаю, что это великолепный художник. Передает красоту природы. Вот это самое главное. На выставке собраны произведения разных лет и направлений. Продлится экспозиция до 19 августа. Прийти и посмотреть работы Сергея Андрияки можно ежедневно, кроме понедельника.